буквально уже вот с этого года, с введением, насколько я знаю, больше 600 должностей в областной администрации этих социальных работников, они как бы оказывают помощь и передают информацию, может быть, конечно, не в полной мере. Вот, но мы и, я думаю, в дальнейшем проведем такие совместные совещания или круглые столы вместе с этой социальной службой, чтобы они, как бы, во-первых, информировали нас о именно таких фактах, там, где находится один из родителей, там, где он вынужден работать и оставлять детей в одних, по сути дела. Потому что нанимать нянек, и это, безусловно, затраты, и это как бы проблематично для этих семей. Вот. Сейчас получаем информацию такую от участковых инспекторов милиции. Вот. Они как бы более, их, во-первых, больше, и ну, они как бы знают те моменты, где надо обратить внимание. Там, где есть такая вероятность.